внимательно. Сам с собой разговаривает. Ёлик, ну я для тебя специально загадочки подготовил. Сам с собой разговаривает. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Значит, Жорик... я буду каркуши догадывать. Жорик сам с собой разговаривает. Значит, я буду каркуши догадывать. Я тоже хочу загадку. Тогда давай садись, слушай мою загадку. Да не обижайся, Жорик. С ребятами поздоровайся. Поздоровался уже. Привет еще раз, ребята. Давай свою загадку. А, подожди. Ребята, вы любите загадки? Любите? Ой, я так люблю. Особенно у Зорика, они такие классные, да, загадки. Они у меня еще с картинками. Все, и с картинками. Да, давай, слушай твои загадки. Сказочный персонаж, которого нашли в ящике с апельсинами. Я даю подсказку. Подожди, дай подумать. Сказочный персонаж... которого нашли в ящике апельсин. Целой тонной апельсина. Да. У него такие уши еще большие. Ты знаешь каркуса? Большие такие уши. О, большие уши! Да. Слон, что ли? Да нет. Он все. У него друг. Последнюю подсказку даю. У него друг крокодил Гена. Друг крокодил Гена? Да. Ребята, вы уже не догадались. А, так это Чебурашка! Да, Чебурашка! Вот, ребят, смотрите, Чебурашка! Вот такой это. Вот, каркуса, смотри! Вот! Его нашли на причине. Моей каркусе понравилась эта загадка, и мне тоже. Так, ну, давай следующую. Мужчина в самом расцвете сил, который живет на крыше. А, так это этот, трубочист, который трубы чистит. Нет, даю подсказку, ребята. Дай подсказку. У него сзади пропеллер. Так, у него сзади пропеллер. Да. А, так это трубочист, который прицепил себе сзади вентилятор. Да нет, дай нет. Последнюю подсказку. У него все живот такой, и он любит варенье. А, любит варенье! Каркуса! Ты же с ним встречалась? Это Каркуса! Да, ребята, вот смотрите, такой с пропеллером животик, и он еще варенье любит. А, кстати, Зорик, да. Я читал эту книжку. Да. А кто? А ты знаешь, какая это вообще сказка Карлсона? Это вот его, чья это сказка такая? Знаю. Да, а как, чья она? Это сказка заграничного какого-то там... писателя. Молодец, заграничного. Проходило это все в Стокгольме, если не ошибаюсь. Молодец, все знает. Давай следующий. Добрый доктор, который лечит всех. И животных, и людей. И животных? И людей. И каркусы тоже? Да. И тебя каркусы? Ты что, заболела? А, это же загадка. Да. Добрый доктор, который лечит и животных, и людей, приходи к нему лечиться, да, и волчиться, да. Доктор Айболит. Да, правильно, доктор Айболит, вот смотрите, ой, ребята, вот. Здорово. Вот, все, ой. Вот такая вот. Ой, ребята, вам понравились загадки? Мне очень. Садитесь дома. Своими родителями, да, и загадывайте друг другу загадки. Про мультики. Здорово. Про мультики можно. Да, кстати, про мультики. А мультфильм? О, мультфильм. Пошли быстрее смотреть. Каркуса, мультфильм смотреть.